Кабинет руководителя пенсионного фонда напоминает прилавок в магазине. Чего тут только нет. И воздушные шары, и мягкие игрушки, и развивающие настольные игры, и даже особенно полюбившиеся детям персонажи Маша и Медведь. Ни один сотрудник управления не остался безучастным. На собранные средства закупили игрушки. Есть и особенный подарок – игрушка, сделанная своими руками. Шить игрушки – это увлечение с детства, этим я занимаюсь и сейчас. И большую часть игрушек я дарю детям своих знакомых. Если игрушка сделана своими руками, она несет положительную энергетику. Я думаю, что дети будут рады получить подарок. Такую замечательную игрушку. Все добро с трудом умещается в нескольких пакетах и в путь. Воспитанники уже заждались. Эти дети всегда рады гостям. Довольные лица, счастливые глаза. Вот чего хотели сотрудники пенсионного фонда, задумывая такую акцию. Попали точно в цель. В жизни этих малышей сегодня стало на один праздник больше. Впечатление просто потрясающее. Мы увидели радость, блеск в глазах детей. Они такие счастливые, довольные. Такие яркие красочные игрушки. Очень довольны. Это наша акция не первая и, надеюсь, не последняя. То есть мы, в общем-то, планируем и дальше продолжать также дарить такие маленькие радости нашим детишкам. Расхватав все подарки, малыши остались очень довольны. Самодельная игрушка в считанные секунды нашла своего хозяина. Праздник обязательно нужно запечатлеть на память, поэтому по традиции коллективное фото. Ну и, конечно же, коллективная благодарность. Кто-кто, а эти малыши умеют говорить спасибо. Юлия Кузьменко, Ольга Муравьева, Александр Синельников, Телемикс.